Друзья, всем привет! С вами Александр Никулин. В этой заключительной части моего сериала про бойца под названием «Король», которая и так затянулась, осталось сделать несколько небольших штрихов. А если описать в деталях, то это будет обувь, корона, вложу ему в руки оружие и сделаю небольшую детализацию, о которой расскажу по ходу процесса вырезания шахматной фигуры. На тыльную часть фигуры короля решил внести небольшой дополнительный штрих в виде капюшона, а он явно туда просился. Да и самой тыльной частью плаща долго не возился, особо выдумывать там нечего было, тем более после фронтовых завихрений на плаще, над которыми пришлось попотеть. Обувь нашего бойца после долгих раздумий решил сделать как на картинке, с которой я и вырезал этого короля. А именно та обувка, которая подозрительно похожа на сандали, в которых я когда-то бегал в детском саду. В общем, предварительно вырезал одну ногу, и чтобы не тратить времени на съемку обеих ног, заснял работу над левой ногой. А именно этой ноге пришлось уделить много внимания из-за плаща, который прилип к этой стороне ноги. Ну а так как приподнять плащ невозможно, пришлось приложить все усилия моему инструменту подлизанию и подрезанию боковой и задней части сандалий нашего короля. И чтобы ноги смотрелись более объемно и не казались, что они выросли из железобетонной стены, с внутренней части примерно до колен пришлось углубиться с помощью гравера и полукруглых стамесок. И чтобы добавить изюминку в этот образ, на штиблетах короля сделал старинные застежки, которые прекрасно вписались в пейзаж небритых ног. А если серьезно, с помощью зубочисток, которые не так давно я решил внедрить в резьбу по дереву, можно сэкономить уйму времени и не описывать резцом ландшафт вокруг маленькой заклепки. Ведь иногда как обидно бывает, когда, к примеру, вырезаешь запонки на фигуре, а тут неловким движением жик и все. Приехали. Thank you.
Те, кто следит за моими работами, не раз наблюдали, как я делаю так называемую кольчугу на фигурах. В этот раз я взял более мелкий наконечник и таким же образом с помощью гравера нанес на отдельные части бойца видимость доспеха. Что ж, друзья, заканчивая это видео, хочу сказать, что будет еще вторая половина шахматных фигур, черная или белая, еще не определился. Кто подписался, не забывайте включать колокольчик. Кому моя работа понравилась, ставьте лайк, мне это приятно и помогает развивать канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. С вами был Александр Никулин.